Доброе утро. Суббота. Такая дорога хорошая, пустая практически. Я еду на работу. Сегодня утром провели друзей, гостей. Они уже уехали еще в 7 утра. Думаю, тяжело было встать, потому что я извиняюсь, мне уже звонят. Еду на работу, друзей провели, вернее, даже провел Миша. Я попрощалась вчера, Анютку обняла, говорю: Анютка, вы не обидитесь, если я не встану с утра, потому что день сегодня, ну, в субботу, завтра, говорю, помимо работы, еще на вечер там планы, я боюсь, что я расшатаю себя, свою голову, и она, конечно, просто зачем вставать? Миша нас повезет, Миша, ну, в общем, мы попрощались, они поехали, они еще едут в дороге. И у Гены сегодня день сложный, он выступает. Ну, можно сказать, выступает, вообще служит, поет со своей группой или не группой, я не знаю. Я еду на работу. Я вчера в боулинге травмировала коленку, потому что выпендривалась. Миша мне постоянно говорил: за черту не заступай, звоночек звенит, за черту не заступай. И раз 50. А я раздразнилась. Я думаю, все, я теперь специально, Миша, на зло буду наступать за черту. Постоянно, при каждом броске шара. И только первый раз, ну, у меня всегда так, я только первый раз заступаю ногой за черту, а там масло, и я, у меня нога едет, я так завалилась. Миша говорит, со стороны это она было... Она просто растянулась и головой в тот в канал. Жёлоб. Жёлоб этот головой улетел. Говорит, ты растянулась, ой, как-то перевернулась, улеглась там, и я ударилась коленом, когда падала. Чуть-чуть забила колено, теперь у меня шишка. А Гена говорит, а я думал, ты просто играешь. А Гена говорит, да, я думал, ты прикалываешься. Я говорю, ты что, Гена, так прикалываться? Он говорит, не, ну ты ж на день рождения, на дне рождения у меня упала. Я говорю, а то надо было упасть с тортом. Ой, теперь у меня на колене шишка. А Миша говорит, я тебя когда поднимал, то люди за соседним столом, ну, игроки тоже, они просто, говорит, чуть не лопнули, сдерживались. Я представляю, эта корова растянулась на этой дорожке. Ой, боже мой, да выпендривалась. Надо меньше выпендриваться. О, пацан упал, мужик упал, тетка упала, женщина упала очень. Прям легла. Ой, она легла, и ноги вот так вот. Она упала, и вот так ноги и руки до горы. Знаете, как жуки. Нет, ты сейчас красиво. Ты вытерла там масло с собой. Ну да. Так красиво. Все, сейчас еду на работу. Первые у меня ручки. Ехала на работу, выхожу. Я заглядываю на заднее сиденье, там думала пакет с моей едой. Я просто видела, что Миша выходил с едой, с моей. Говорю, где моя еда? Он говорит, я забыл. Я тебе завезу. Да. А мне? А, ну, в принципе, салатик. Мне где-то. Перебьешься. Ладно, пошло. Там ты нормально, так эти колбаски положил. Яичко, я каждый день кушаю яички. Скоро кукурекать буду. Не, кудахтать. Кудахтать. Потому что я курица, а не петух. Ладно, пошла работать. Ну да, да. У меня девочка была с длинными, я так кайфанула, змеючку ей выкладывала. Это же в Инстаграме была? Да. Все, мы уже отработали, отпустила всех клиентов, Аня только что убежала, и сейчас уже потихоньку собираюсь, вообще мою пол, он чуть-чуть просохнет, и разгребу стол. Здесь окно закрываю, уходим на выходные, нарциссы и гиацинты проклевываются потихонечку, мне кажется, я их заглубила, ну, вот так вот разгребу, ничего. Все, полы высохли, прибралась, ухожу с работы. Здесь вот еще такое ветки. Мишу попросила, он наломал, навесила сердечко, оно красиво выглядит. И туда еще воды налила, и получится даже, может, вот эти распустятся. В общем, вроде бы мелочь, они такие лопатые, лохматые, и это красиво. Даже домой захотела такое что-то свеженькое. Все, ухожу. Мы уже дома. Я не знаю почему, но я сразу иду к цветочкам посмотреть на цветочки. Им тут темно и холодно.
Орхидейка такая милая, нежная, цветет. Зайка такая нежнятина. Что, Мишенька? Проблема у меня есть. Тут что? Так, мы дома, пришли с работы, Викусю забрали. И сейчас ждем, кого ждем? Знать-то два бывают, но только у казках. Добро все в нас буде, переконайте знов. А на что это? Что это за песня? А, не знаю, это верю, не верю вроде. Счастье. Вот это? Нет. Мы дома. Я раздеваюсь. Мы ждем. Кого мы ждем? А ты все пива ты начал. Мы ждем Катю и Дашу. Они сейчас должны прийти и нас снимать. Так сказать, снимать. Будем сниматься. А мама, Катя говорит, YouTube. Мама, ой, Катя говорит, здравствуйте, там типа нужна семья, которая как бы ссорится, и показать, что это дети тоже сразу же перенимают. Я говорю, Катя, конечно, мы можем, нам даже играть не придется, но это было еще позавчера. Говорю, вот мы ждем гостей, дети не убрали, можете, говорю, прямо сейчас приезжать, нам даже не надо будет играть. Она посмеялась, но она поняла, она знает нашу семью. Так, я иду домой. У всех голова болит, потому что все устали. Раздеваюсь. У меня здесь вообще болеют фиалки. У них здесь больничный какой-то лазарет. Никак они не вычухаются. Вот. Смотрите, какая у меня классная футболка. Дитя царя? Да. А ну повернись. А сзади что или ничего? Тинче. А, Тинче, ты выиграла ее? Да. Красотуля. Заплетайся. Все, я переодеваюсь. Я на кухне. Я на кухне. Вечер, даже еще не переоделась. Сейчас хочу уже вареники закладываю в кипящую воду. Уже переоденусь, приму ванну и буду отдыхать. Ухожу на выходной. Хочу отоспаться. Все быстро отсняли. Надеюсь, все у них получится. Все, что они задумали. Вот. Хочу чаю травяного, чернослива. Пастилы элисейной, кино какое-то, не знаю, на сериал сейчас не подсяду, потому что и работа, и все. Отдыхать буду. А вам спасибо, что смотрите видео. Я еще не прощаюсь, ну просто так говорю. Подустала, к концу недели подустала. Мы с Анюткой в пятницу и в субботу обычно такие малоразговорчивые, как роботы. Работаем, работаем, работаем. А клиенты, наоборот, приходят с таким поднятым настроением, потому что ж выходной, они отдохнули в субботу. А мы даже забываем, что суббота – это выходной. Или в пятницу, что у них впереди два выходных. Особенно пятничные, вечерние клиенты, они такие активные, такие балакучие, то есть болтливые, такие что-то рассказывают, эмоциональные. А мы такие сидим, клюем, да-да, слушаем молча и все. Сегодня новый день уже и даже вечер. Впереди идут Виктория и Миша, а мы вообще с Викторией, у нас просто атас. Эпопея с платьем продолжается. Я ж купила платье в секонде тогда, Виктория, для выступлений. Кстати, мне там писали комментарии, что Хатуна, у вас такой вкус, тыры-пыры. Чего вы так Викторию одеваете? Дело в том, что Виктория одевается... Дотя, подтвердишь, Виктория одевается полностью, как она хочет. Она любит спортивный стиль. В секонде мы искали... Почему в секонде? Мы искали платье исключительно для выступлений в театральном кружке. То есть я просто поясняю ситуацию. Может быть, я во влоге просто не успела именно пояснить. И люди подумали, что мы ищем платья какие-то. Мы ищем для выступлений. Ну и как бы мы не хотим отваливать за новое платье денег кучу. Ну и в принципе ничего страшного нету купить в секонде. Потому что как вторичная носка, наоборот, хорошо. Вот. И это платье... Ой-ой-ой, а ну-ка идите в этот. Тут такая скользота. У нас был дождь, а сейчас мороз. Ну не идите по льду. И это платье нужно перешить. Я уже напрягла всех знакомых. Слава богу, я забыла, когда я искала платье в секонде, я забыла за Ларису. А Лариса говорит, Хатуна, у меня есть такие классные платья. В общем, суть такая. Сейчас Михай сегодня напомнил, говорит, мам, тут же рядом живет Янина мама, она очень классно шьет, очень. То есть куртка у Яны, у Миши джинсовка, толстовки. Янина мама, Оля, все шила сама. Вот, и он говорит, давай попросим тетю Олю, она сейчас Виктории классно сделает все. В общем, мы идем к Оле. Потом мы поедем к Ларисе померить то, что у Ларисы есть. Потому что Виктории, по идее, нужно
два или три вообще платья. На бабке Ёшке какая-то одно платье. Праздничное, красиво-некрасивое. Еще, короче, ой, Кися, тебе, наверное, так холодно, зайшка, тебе холодно, у меня ничего нету, маленькая. Она греться хочет, замерзла, Кися, у меня ничего нету. Ты ж не беременная, я надеюсь, ну вообще ничего. Нет, сейчас, если Виктории покажу, Кися, вообще ничего нету. Блин, надо кошачий корм с собой носить. Не могу, как жалко кошку. Кися, иди домой, у них тоже ничего нету. Тут их много, и пушистый вон какой. Они маля голодные, голодные повыскакивали. Думают, у человека... А, где? У тебя, походу, волос на нее похож. А, видно. Миша объяснил, говорит, наверное, я же снимаю на камеру, говорю, и говорит, у тебя, видать, голос похож на голос женщины, которая их кормит, и они вот это на голос бегут. А это не я, они прям многие, ну, это я это не она. Мороз, сколько, минус 13, 17? Минус 17. Вот, еще Ляня. Ага, да, они прям бегут. Кошки это... Я поняла. Фух, ладно. Собрала свору котов.